Друзья мои, кошмар продолжается в игре, которая называется «Твоя игрушка». Ну а меня зовут Перпетум или же Александр. Всем доброго времени суток. И не забудьте поставить лайк, пожалуйста, если тебе нравятся мои ролики и ты хочешь их поддержать. В конце прошлой серии я запнулся о лампочку и стрелку, которые указывали куда-то в коридор. И оказывается, в коридоре действительно я кое-что нашел. Я думаю, что это именно тот выключатель, который и нужен был, чтобы появился свет. Но есть еще одна маленькая проблемка. Я не помню, откуда я прибежал. Так как у меня жесткий топографический кретинизм, возможно, придется еще побегать и... Вау, с первого раза? Ну, это кроме как везением назвать вообще никак не получится. Ладно, надеюсь, это именно тот выключатель, и все будет... Хорошо, друзья! Действительно, посмотрите, это моя детская комната. Вау, твое детство. Да, она довольно милая. Это моя комната того времени. Вау, а выключатель так и не появился, между прочим. Ладно, хорошо. Щиток. Чтоб тебя, блин, что... Щиток, блин. Утверждать. А что я могу утверждать? Ну, я могу все, что угодно утверждать. А, нужно код ввести правильный. Ну, конечно, я кода-то не знаю. Ладно. Стоп. А почему бы... Нет, ну это явно не тот код. Он слишком длинный. В телефоне, может быть, 717, звонки, стоп, мне бы входящие посмотреть, 1950, 2020, давайте попробуем, 2020, почему бы и нет, такс, неверно, да блин, эти гребаные кубики, опачки, пугают меня. Больше я не верю в мамины слова, которые были сказаны для запугивания ребенка. Я был очень сердитым и бросил медвежонка. А что за мамины слова? О чем говорила мама? А, я понял. Типа, это о том, что она больше не купит мне игрушку. Хорошо. Так, может быть, здесь что-то есть? Может, с танком? Может, тут? Ну, это кисточки, да? Опаньки! 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 Не верю! Друзья мои, наконец-то! У нас теперь есть листки. Надо бы объединить теперь, может быть, с изолентой. Ага, а изоленты-то нету? Может, с дневником не работает? Хорошо, что тогда? Так, тут еще что-то есть. Что? Ну я-то двинул что-то, и что? Что это такое? Это кусочек от пятнашек. Вот только не говорите мне, пожалуйста, что я должен буду собирать гребаные пятнашки. Терпеть их не могу. Кто-то вообще любит хоть один человек на этой планете гребаные пятнашки? Я думаю, что нет. Динозавр, я думал, он в какахе. Ладно. Глобус. Вырубить можно? Хватит, эй! Фух. Так, что у нас тут? Еще кусочек пятнашек. Похоже, реально придется искать и собирать эти чертовы пятнашки. Я вижу кусок, отлично. Может, где-то здесь? В шуфлядке? Нет, отодвинуть ее не получается, значит, не здесь. Может, здесь? Оп, что это? Пятнашки? Записка. Угу, еще кусочек дневника. Ну, давайте посмотрим. Скоро мы переедем. Ну, здорово.
Надеюсь, не в морг и не в ад. А кусочка пятнашек не выпало нигде? Эх, нет. А, вижу. Давай сюда. Улыбка. И еще кусочек. Блин, а что там было написано? Я не успел прочитать. Печально. Так, вот. Отлично. Но все равно недостаточно. Все равно мало. Где еще может лежать? Найди меня в своем сердце. Да, не, я уже нашел достаточно. Такс, кусочек. Не хватает, получается, еще 4 куска. Охренеть, 4. Такс, ну там же, я ж открывал. Ну там же ничего нету. Тупо ничего нету. Ножницы да кубики. Что, телефон? Ну, можно что-то набрать. А что? Туалетная бумага. Втулка. 548-71-345. 548, да? Ну, давай. Решетка. Ну, двигай, эй. 548-71. Триста. Блин, как это утомительно. Ну давай. 45. О, гудки. Настоящее время 20:15. Ну и что? 20:15! Да бель. Нет! Нет, пожалуйста! У меня есть шкатулка! Фух. Ключ? А с чего бы этому грёбаному медведю, который хочет моей крови, пятнашка, мне вообще помогать? С чего бы это? Ну, есть теперь ключ. И 20:15. Блин! Так, с 20:15. Ну давай попробуем. Буду утверждать жестко. 20:15. Хорошо, это сработало. Тут лежит штекер. И место для ключа. Великолепно. Ну, круто как бы, окей. Ну, свет горит. А смысл в этом какой? Выйти не получится, да? Я заперт. Пам-пам-пам. Ну, у меня есть штекер. 1000 тонн. Есть ли где-то тут розетка, в которую можно было бы этот штекер вставить? О! Здорово, дружище. Может... На полках, хорошо. Еще 2 куска не достает. Тут нет. На полу. Хотя, блин, я же все обыскал. Может, тут? Пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам. В коробке может что-то лежать? Нет, в коробке ничего нет. На ковре тоже. Стол полностью обыскан. Розетки я не вижу, в общем-то. Что ты здесь делаешь? Так, это медвежонок. Но взять я его не могу. Что-то он меня тут пугает. Он может в любой момент ожить и встать, и, не знаю, начать что-то делать. Есть меня, как он обычно это делает. Так, с трактора я снимал. Туда заглянуть не получается. Черт, сколько надо частей пятнашек? 2 части, где их искать? Ну и медвежонок, он же не просто так лежит здесь.
Может, можно... Это подсказка какая-то. А какая подсказка? Я не могу ничего с ним сделать. Может, он смотрит куда-то? Сюда. Кот, тебя можно отодвинуть, нет? Да нет, это не подсказка получается. А нахрена он там лежит? Какова цель? Блин, понятия не имею. Ну, медведь, скажи мне ж хоть что-нибудь. Может, тебя что-то можно с тобой сделать? Если я в музыку включу, ты оживешь? Нет. Может, поджечь? Поджечь тоже не получается. Это, друзья, оказывается, все это время были не спички. Это была... Это и была пятнашка в виде спичек. Ёлки-палки. Ладно, поищу пятнашки. Итак, друзья, еще одна пятнашка была найдена. И где бы вы думали, она лежала? Она лежала вот на этой, мать ее, звезде. Прямо вот тут вот. На одной из граней. Кто додумался это спрятать туда? Как? Это безумие. Ну, в общем, пятнашка найдена. Оставшуюся, сколько бы я ни искал, я найти не смог. Но зато, посмотрите, что я обнаружил. На обратной стороне рисунка есть какие-то цифры. Ну, получается, тройка, 6, 6, 1. 360, 36, 61. Ну, давайте попробуем позвонить по этому номеру. Если не получится, будем другие комбинации пробовать. Так, с 36. 36. Шестьдесят один. Ага, хрен там. Ладно, у нас еще есть телефон. Если бы я нашел раньше, можно было бы попробовать к электрощитку этот номер. Но он бы не подошел. Давай. Ну, конечно. Где еще? Фотоальбом. 61. Нет. Не подходит. Может быть, цифры просто неправильные. Так, еще раз. Может, вот как-то его перевернуть? Вот так. Может быть, это 1993? Наверное, 1993. Ну, давай попробуем. 1993. Так, с... А, шикарно. И там нас ждет фотография моя детская вместе с медвежонком. В этой фотке я. Честно скажу, что медвежонок даже там выглядит жутко. Ах, игрушечный медвежонок. Почему у него так далеко посажены глаза? Который был в моих руках в то время, оказывается, тем... Оказывается, тем... Да, перевод слегка неправильный, видимо. Но ладно, я нашел фотографию. А теперь медвежонка можно взять. А до этого было нельзя. И что? Последняя часть пятнашек у него в голове? Серьезно? Ну давайте. Что-то как-то сурово, если честно. Ну вот я его и порвал. Вряд ли он этому обрадуется. Ну и что теперь? Ты просто сломал меня беспощадно. Ну, чувак, я не хотел, но я не мог ничего другого сделать. Выбросить. И что дальше? Смотрите, это ванна в виде медвежонка. А если кинуть его туда? Давай я тебя выброшу еще раз. Блин, куда ты улетел? Давай же, падай. Да блин. Чего? Ты что? Ну, я попал же.
А, это смс-ки приходят, ну-ка. Ты также будешь испытывать это. Что буду испытывать это? Ты тоже возьмешь и бросишь меня в воду? Я не могу больше его взять. Значит, это было правильно. Так, а что дальше? Последняя пятнашка-то так-то и не найдена. Может, найдена, а я не заметил. Нет, одного фрагмента все так же не хватает. А где? Блин. Может, в ванной? Нет. Может, он из медвежонка выпал, когда я его рвал? Открой, закрой, а толку-то? Толку-то в этом нету. Картина упала, охренеть! Я и не видел. Ладно, давайте используем наконец-то. Ну и что? Что происходит? Почему музыка играет? Так, осталось понять, как эта хрень собирается. Это надо наверх, да? Вот так, да. Отлично, два фрагмента собрано, только нужно будет вниз переместить. Готово. Тоже. Так, надо как-то это... Стой. Да блин, наверх. Время. Огонь, мало времени. Давай, грёбаные пятнашки. Кто, зачем это было придумано? Время остается все меньше. Так, идет. Процесс идет, друзья. Но не хватает еще вот этой части. Ее также нужно передвинуть. Не гори, пожалуйста, сюда. А, куда деть? Я не знаю. Оно никуда не девается. Ну, либо так, либо я не знаю, блин, чертовы. Это жопа, друзья. Я сгорю сейчас. Я никогда в жизни не умел собирать пятнашки и... И вот... Все, я все сломал. Я все сломал вместо того, чтобы все починить. А возвращаться можно, да? А, Нормально. Но я думаю, как бы я уже все равно не успею собрать пятнашки. Черт, надо собирать пятнашки. Ладно, друзья, на этом мы с вами пока остановимся. На довольно ужасной сцене. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи, пока.